Доброго дня, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні до нас завітала дуже активна та талановита дівчина, художниця, майстер розпису тіла хною Євгенія Чабанова. Я тебе вітаю, Женю. Окрім вищесказаного, ти ще займаєшся хендмейдом, графікою, дизайном, тож розкажи, де ти знаходиш час для всього цього? Ну, в первую очередь, у меня это все очень интересно, и я стараюсь находить время для каждого своего увлечения. Вот это... достаточно непросто находить время, но как бы тут приходится организовываться и успевать все. Час. Жень, с чего почалось твое захоплення творчеством взагалі? Ну, наверное, как у многих творческих людей, увлечение творчеством начинается с самого детства. Начинается от наших родителей, которые нам прививают какие-то навыки, умения, замечают все наши детские таланты, склонности рисовать на стенах, в блокнотах, везде, где только можно. Вот точно так же произошло и у меня. Моя мама заметила мои художественные склонности и, наверное, где-то с младших классов, с 4-5 класса я занималась в художественной школе, и дальше с этого все и началось. А потом где навчалась? В тебе, ты ж, я так розумію, за освітою, так, художницей? Да, конечно. У меня, получается, уже больше 10 лет непрерывного художественного образования. Это художественная школа, колледж культуры наш Николаевский, национальный университет кораблестроения по специальности дизайн, Киевский национальный институт имени Михаила Бойчука по специальности дизайн среды. Вот. И... Тобто ти навчалася, да, і працюєш в цій сфері. Да. Так, давай поговоримо зараз більш детальніше про напрямки мистецтва, якими ти займаєшся. В першу чергу ти художниця. Розкажи, що саме ти малюєш. Ну да, в первую очередь я позиционирую себя как художник, иллюстратор и дизайнер. Вот. Больше всего мне интересны иллюстрации, потому что это коммуникация с людьми, это иллюстрации книг. Книги сейчас не так уж, ну, как бы, теряют свою, возможно, популярность из-за интернета, но с помощью иллюстраций книг, мне кажется, можно наладить коммуникацию с читателем, сделать так, чтобы ему была интересна эта книга. Я иллюстрировала достаточно много детских книг уже, журналов детских, вот, и... Ну, а в искусстве, в изобразительном, больше всего привлекает техника графики, графическое изображение и акварель. А с чего ты черпаешь натхнення? Саме с книжок, чи ще якісь є джерела? Ну, вдохновение, как мне кажется, это то, что можно черпать отовсюду, из каждого своего дня жизни, из общения с интересными людьми, с посещения интересных мероприятий, с чтения книг, музыки. Вдохновение всюду, оно окружает нас. Главное только увидеть его и быть готовым это вдохновение применить в жизни. Женя, если ты малюешь, скажи, а чи ты берешь участь у выставках? Да, в выставках я начала участвовать еще с 2006 года, когда училась в колледже культуры. Мы делали гобелены большие, это большие тканые полотна, больше метра в длину. Mm-hmm. Вот, вышивали рушники. Первые мои выставки были связаны именно с рукодельным творчеством, с этими гобеленами, с рушниками. Mm-hmm. Вот, и это были общие, ну, сперва николаевские выставки местного масштаба, потом уже всеукраинские. Зрозуміла. А чим тобі найбільше подобається писати картини? Які інструменти ти використовуєш? Ну, якщо це акварель, то, звісно ж, кисти, краски. Вот. Угу. Олівцями ти також малюєш, так? В принципі, художник, він може любую техніку применить, если он как бы имеет навыки рисования, то ему как бы подается уже любая техника. То есть я писала и маслом, и акварелью, и графику, и пастелью, углем, сангиной, карандашом простым, цветными, мелками, в общем. Всем, чем все, можно, тем и писала, да, так? Чем только можно. Нужно пробовать себя и
пытаться воплотить какие-то новые техники. Жень, скажи, а ты помнишь свою первую работу, с которой началась твоя творчесть? Мне кажется, это достаточно сложно, когда уже много лет прошло. Это было достаточно давно. Первых работ, ну, наверное, это были какие-то такие детские рисунки в альбоме, которые мама хранила очень долго. Как-то так. Ну, тобто вони зберіглися, так? Ну, да, да. Добре. Мехенді – це ще одне мистецтво, справа, якою ти займаєшся. Розкажи нам, що це таке? Що таке мехенді і звідки воно пішло, як воно у нас з'явилося? Мехенді – це дуже цікава така тема, яка зараз дуже мене увлекла. Уже порядка 5-6 лет я займаюся цією темою. К нам мехенді прийшло із, вопреки общепринятому мнению, что мехенди зародилось в Индии, на самом деле оно пришло к нам из Древнего Египта и насчитывает свыше 5000 лет история мехенди. Дамы, знатные дамы расписывали руки, также фараонов украшали росписью мехенди, то есть это была такая привилегия знатных людей. А в XII веке мехенди уже появилась и в Индии, и потом уже буквально вот уже в XXI веке дошла до нас. Вот, и сейчас мы знаем все, что мехенди – это традиционная роспись свадебных, ну, свадебная роспись невесты, также на праздники, на торжества, на народные танцы в Индии разрисовываются. Но сейчас это уже настолько популяризированная как бы техника и искусство популярное, что оно уже вышло давно за рамки только свадебных изображений, и сейчас это уже такая пластичная изобразительная техника, с помощью которой мы можем воплотить любые идеи. Угу. Тобто мехенді серед нашої молоді зараз є популярним та актуальним, так? Да. Угу. А скільки ти часу вже займаєшся цим мистецтвом? Ну вот около 5-6 лет. Опять-таки началось все с боди-арта, то есть просто роспись тела аквагримом. Мы как волонтеры там помогали на разных акциях николаевских, вот, с, ну, как с нашей студенческой группой. Вот, и там я как бы начала пробовать рисовать на людях, практиковаться. Это было очень увлекательно, интересно. К тому же это было бесплатно, люди шли, им, ну, как бы им хотелось получить какой-то рисунок. И вот тогда, наверное, у меня зародилось это желание пробовать дальше развиваться в этой теме, рисовать на теле уже другими материалами и какие-то интересные мотивы. А ось ти малюєш на тілі хною, так? Чи символізують щось ці малюнки? Чи мають вони якесь значення? Ой, это очень такой популярный вопрос, потому что всех это волнует, действительно, вот, а что я нарисую на себе, а что это будет? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что нужно отличать мехенди от биотату. Биотату – это может наноситься любой узор, и, ну, похожий более на татуировку, например, какие-то более такие современные символы там, вот. Но это как бы не относится к мехенди, там своя символика. Вот. А мехенди – это больше вот цветочные узоры, я вот могу показать. Угу. Открытки, сейчас тоже популярная тема – открытки мехенди. Вот. Такие цветы наносятся еще и на бумагу и дарятся в качестве открыток. Тоже очень красиво, интересно, я вот придумала так вот, чтобы можно было открыть. Чтобы там по бажанию да, написать. Да, и внутри написать, да. Вот. Значит, в мехенди все символы позитивные. В мехенди нету негативных символов совершенно. И все, что бы там ни изображалось, это лотосы, лебеди, цветы, вязь, геометрические орнаменты. Они все несут как бы защитную, обереговую функцию. И прежде всего они несут то, что в них вкладывает автор, художник, тот, кто их изображает. То есть это нужно прежде всего рисовать с позитивным настроем, вот, и как бы желая добра сердцем тому человеку, которому ты рисуешь. Да. Вот так. Женя, у нас есть фрагмент видео, саме твоє малювання хною на тілі, техніки цього малювання. Давайте переглянемо зараз. Thank you.
Женя, скажи, а як обрати собі малюнок? Чи вдаєшся ти до імпровізації? Ну, когда я рисую, например, на фестивалях, вот как на видео, которое только что мы посмотрели, то тогда в основном люди просят какой-то рисунок по уже готовому эскизу с какой-либо картинки, потому что всегда хочется знать, что же ты увидишь на себе, какое-то иметь представление об этом. Вот. Но когда я рисую, например, вот на себе, как сейчас, я рисовала, специально готовилась к эфиру, вот, или когда ко мне приходят люди индивидуально, тогда это более импровизированная техника, ну, то есть я импровизирую, и это более интересно выглядит, потому что аналогов нет, и главная, как бы, фишка Мехенди в том, что оно рождается спонтанно, то есть, ну, художник задумывает какой-то образ, что он будет рисовать, но это, как бы, именно импровизированное искусство. В этом заключается, как бы, мастерство художника, если он может импровизировать на ходу и делать вот шедевры. А скажи, хна шкодит для здоровья? Тоже очень такой важный вопрос, я считаю, да. Хна натуральная, коричневая хна, без красителей, она не вредна для здоровья, даже наоборот. Ее использовали как антисептическое средство, ранозаживляющее и охлаждающее в жару, потому что она пришла к нам из жарких стран. Это порошок листьев лавсонии, который произрастает в жарких странах, там вот в Азии, в Индии. И там, как бы, они использовали еще и для этих целей, для охлаждения в жару. Вот. Сейчас появилось очень много аналогов, к сожалению, которые выдают за натуральную хну. Это черная хна, урзол, краска, которую рисуют на морях. Тоже будьте внимательны, когда рисуете на морях. Если это такая ядовито-черная краска в баночке, а не в конусе, то значит, это, скорее всего, урзол, и может пойти аллергическая реакция. Поэтому обращайтесь к проверенным, ну, мастерам и к проверенным средствам изображения. Вот. Черных хны не существует, это, как бы, красители. Вот. Но натуральная хна, соответственно, безвредна. Можно рисовать на детях, на беременных. А сколько тримается хна? До 2 недель держится при специальном уходе. Если не ухаживать, там недельку подержится. А специальный уход – это как? Ну, это перед нанесением рисунка. Нужно делать пилинг, скрабы. Кожа должна быть обезжирена, снят верхний слой, то есть это тоже подготовка. Потом она должна 8 часов продержаться на коже, обмотанная пластырем специальным. Вот, то есть там есть, ну, такие свои вот предписания, и плюс потом ее нужно несколько раз в день смазывать маслами. И тогда вот гарантия, что она продержится как можно дольше. Женя, скажи, це мистецтво актуальне серед жінок більш, чи чоловіки також малюють собі малюнки? Ну, конечно же, девушки в первую очередь хотят быть красивыми, поэтому больше аудитория, скажем так, поклонников Мехенди – это именно девушки. Вот. Мужчины в данный момент тоже уже, ну, как бы, увлеклись этим, и очень часто бывает, что и мужчины рисуют себе изображения разные. А Мехенді – це хобі для тебе, чи це все ж таки справа, яка приносить тобі прибуток? Ну, я бы сказала, что это такое оплачиваемое хобби, потому что это же самое замечательное, когда хобби нам приносит еще и доход. Вот. То есть... А чи кожен може навчитися малювати саме на тілі хною, чи потрібно десь навчатися? Вопреки, как бы, тоже известному сейчас бытующему мнению, что рисовать хно – это достаточно легко, есть определенные, как бы, школы, которые учат этому сейчас, есть определенные какие-то критерии, что нужно уметь. Вот. Но если, допустим, человек хочет себе или своим там друзьям, подругам сделать приятно и разрисовать просто, то это очень замечательный способ арт-терапии такой. Вот. То есть это очень успокаивает и того, кто рисует, и того, кому рисуют. И если вы, допустим, не претендуете на какой-то супершедевр на своей руке, то можно попробовать и самому нарисовать, и это достаточно несложно будет освоить, чтобы делать какие-то простые узоры. Вот. А чтобы там уже более сложно, то, конечно, нужно обучаться или иметь какие-то художественные навыки. Например, я не обучалась в школах Мехенди специальных, вот, то, ну, как бы, но у меня были уже художественное образование, соответственно, я, ну, знала, как бы, как там композицию построить, как вести линию, и благодаря этому освоила эту технику. Тобто існують навіть спеціальні школи Мехенді, так? Да, сейчас их очень много, в ближайшем зарубежье, у нас в Україні теж є.
Вот. И я надеюсь, в ближайшее время я начну как бы проводить свои мастер-классы, уже планирую это делать. А скажи, а де найчастіше собі малюють мехенді? На якій частині тіла? Ну, самое популярное, это, конечно же, руки, потому что руки все видят, они всегда на виду. Но на самом деле это может быть точно так же и спина, грудь, шея, любая часть тела, которую хотелось бы украсить как-то. И к тому же я вот хотела еще рассказать, что мехенди может скорректировать какие-то части тела. Например, если там широкие руки там у девушки, то специальные какие-то узоры вот удлиненные, они могут удлинить визуально руки, удлинить пальцы, сделать более там как-то вот красиво, длиннее шею, если это, допустим, мехенди на шее. То есть оно еще и вот такую вот функцию несет, как красивое украшение. Ось мені цікаво, в яку пору року малюють мехенді? Ну, тобто взимку теж малюють? Ну, рисуют зимой, но это скорее больше уже для себя и для своих близких людей, кто будет это видеть. Вот так. А взагалі влітку, так? Ну да, лето – это самая популярная пора. Летом я езжу по фестивалям по всей Украине и рисую там мехенді, и очереди колоссальные. То есть все хотят нарисоваться. Ми поговорили про картини, про мехенді. Також ти займаєшся хендмейдом. І ось ти до нас вже принесла свої вироби. Розкажи, що це, навіщо, з чого воно зроблене? Значит, сейчас я занимаюсь хендмейдом уже достаточно давно, тоже с 2010 года принимаю участие в различных ярмарках по Николаеву и по Украине. Вот. Но сейчас меня заинтересовала техника заливки сухоцветов. Это достаточно сейчас модно, популярно и достаточно женственно и красиво. Вот. Берутся настоящие цветы. Вот здесь вы видите розу. Угу. Вот роза настоящая. Вот. Они засушиваются по специальным своим тоже критериям. И потом заливаются в эпоксидную ювелирную смолу, украшаются фурнитурой, и получаются вот такие вот женственные красивые украшения с живыми цветами, которые никогда не завянут. Сейчас покажу. У меня несколько взяла с собой. Вот. Очень это красиво. Уже трошки меньше, вот так, да? Вот. Да, здесь более в плоской форме. Вот. Но тоже здесь такая цветочная композиция у меня. Вот, это тоже так, скажем так, возможность применить свою фантазию, что-то такое сотворить. И главное, что эти цветы, они не пропадут, всегда будут радовать. И, ну, приятно на себе носить кусочек лета, скажем так. Вот. Дуже гарно, Женя. А с каких материалов ты переважно працюешь? Ну, это сухоцветы, то есть цветы я собираю во время своих таких поездок. По Украине я собираю разные цветы, мох, шишки, в общем, все, дары природы. Вот. Потом засушиваю их, это и эпоксидная смола, вот это основные компоненты этих украшений. Это вот. Только для цих прикрас, да. А что еще ты створишь? А, ну, вообще, в целом я очень много разных техник, как бы пробовала себя в разных видах творчества. Это и полимерная глина, пластика, и обычная глина, ну, керамические изделия делала, и гобелены, роспись ткани, шибари, это батик узелковый, куклы-мотанки, и изделия из различных растений, то есть тоже вот все, что можно сделать своими руками, как бы я пробовала разное, да. А багато часу це в тебе займає? Ну да, на самом деле сейчас это начало занимать достаточно много времени. Иногда не успеваю свою основную работу делать, как бы я дизайнер-фрилансер. Вот. Но настолько меня увлекли украшения, что иногда я даже не вот, стараюсь все, конечно, успевать, но не всегда. А що із хендмейду зараз є в моді? Що в модних тенденціях? Що обирає молодь? Ну, вообще, наконец-то настал тот час, когда хендмейд стал популярен. Ну, он был всегда популярен, но теперь к нему более такое вот отношение уже как к искусству, а не как к ширпотребу. Поэтому сейчас, ну, молодежь достаточно часто, ну, как бы делает или берет хендмейд изделия. Вот, это, ну, как бы моя, скажем так, вот ниша это украшение, поэтому я точно знаю, что они интересуют людей. Вот. А так, очень много всего, и
Я думаю, что все, что сделано руками, оно найдет своего ценителя. А зараз прикраси, які на тобі, ти сама теж зробила? Ну, да, кольцо, вот, і серьги теж з цвіточком. Вот. Тобто ти робиш не тільки для людей, але ще для себе, так? Ну, да, конечно, прежде всего, самой приятно носити украшення, які зроблені своїми руками, і как бы люди теж це бачать, і, соответственно, довір'я. А коли в тебе прикраси замовляють, ти рекомендуєш? Ну, якось на свій погляд, чи тобі там сказали, зробіть мені там, там квіточку, чи там ще щось? Ну, да, как бы я могу подсказать, что, ну, как бы, вот пока делаю маленькие видеообзоры своих кулонов, чтобы люди могли лучше рассмотреть, вот, ну, и как бы советую, что лучше, и стараюсь как-то индивидуально подойти к каждому человеку, я вот, если можно, тоже покажу, все упаковываю вот в такую вот коробочку со своим логотипом, то есть это все не просто вот как бы, ну, ручная работа, которая сделана, и она лежит, а оно как бы красиво, я пытаюсь это подать, mm-hmm. вот уже как бы своя, ну, бренд свой солнечный handmade. Ты что, там вот. Котик намалял? Да, это котик, это моя графика, вот, которую я рисую, это моя серия графических работ с котиками, и вот один из них, и я сделала его своим, скажем так, своим логотипом. Тобто ти якусь графіку, дизайн, малюнки, все поєднуєш в одне, так? Так, да, я це все совміщаю, і мені кажеться, це якраз дуже здорово, що все перекликається між собою, і воно все знаходить відраження в житті моїй. А розкажи нам ще, в яких заходах ти брала участь? Чи виїжджала за межі нашого міста? Ну, как, да, как я вже упоминала, що я участвую з 2010 года в... выставках и ярмарках по всей Украине. Это мои работы графические отправляются в разные города на выставки современных, ну, современного искусства, современных мастеров. Вот. Я сама лично езжу каждое лето на фестивали. Но началось все, конечно же, с Николаева. Вот. Именно здесь я начала первые разы принимать участие в благотворительных ярмарках, которые там... Процент шел на благотворительность, на помощь деткам, и вот в течение всего этого времени до сих пор как бы продолжаю принимать участие в этих ярмарках. Вот, вот недавно прошла, например, выставка в Херсоне тоже с моими работами. То есть я продолжаю как бы развиваться, интересно каждый раз что-то вот. В Херсоне ты махенди робила, чи малюнки показувала? Ну, і то, і друге. В Херсоні я виставляла свої графічні роботи несколько в рамках общей експозиції і показувала, ну, да, і делала мехенді всім желаючим. А в майбутньому ти хочеш опановувати нові техніки, чи це для тебе все? Ну, ти зробиш мехенді, робиш хедмейд і на цьому закінчили. Чи щось нове? Я думаю, що кожен раз буде з'являтися щось нове. Життя не стоїть на місці, і, відповідно, творчий чоловік має завжди розвиватися і шукати щось нове для себе, як і будь-який чоловік. Поэтому я думаю, что это еще не конец, ну, конечно же, не конец. Конечно же, я еще буду пробовать разные техники, когда, ну, вот я буду достигать здесь вот определенных успехов и, соответственно, пробовать новые горизонты. Женя, теперь расскажи, какие в тебе планы на майбутнє? Что мы можем в майбутньому побачити, куди піти, що подивитися? Вот мы заговорили о выставках, и я хотела бы сказать, что я в моих планах ближайших это сделать выставку работ по мехенди, но в достаточно нестандартной ее интерпретации. То есть это будет выставка работ под таким вот как бы пилотным названием «Мехенди как искусство», в которой будут воплощены в это фотопроект, в рамках которого на спинах людей будут изображены картины известных художников, шедевры мировой живописи, но в технике мехенди. С помощью этой выставки как бы, я хочу показать, что мехенди – это не только рисуночки на пляже, к которым все привыкли, или цветочки на невестах, а что это достаточно интересная техника, которая позволяет воплотить многие замыслы художника. Вот. И хочу, чтобы таким образом поднялся культурный уровень граждан нашего города, чтобы они могли посмотреть, как бы, принять участие в этой выставке,
возможно, сделать для себя какие-то интересные выводы, возможно, в дальнейшем пробовать что-то подобное. Може, їх надихне, так? Да, да, конечно. Ну що, Женя, дякую тобі, що сьогодні завітала у нашу студію. В нашій студії була Євгенія Чабанова, художниця. Ми тебе ще чекаємо в нашій студії, вже з твоєю виставкою персональною. А в студії була програма «Це вас хвилює». До нових зустрічей!